Ну, пока тут ничего не скажешь, чё. Пока я не знаю, что за игра. Окей, ладно. Я не задаю никаких вопросов, все так и должно быть. Ребята, захреначили целую видеовставку, где какой-то эмбрион, какая-то машина, что-то взрывается, переходы. И ребята просто швырнули буквами, и все. Designer Pictures. Тупо Designer Pictures здесь лишнее. Designer Pictures, то есть они, по идее, графикой должны заниматься. Не, зачем? Тупо буквами швырнули, до свидания. Перекатили сито, и нормально. А русский... Я ж на русском скачал, или нет? Алло, Хатаравич, чтобы Хеннадий, гипнотизирование сразу пошло тебе. Пожалуйста, не забанивайте музыку. Я не знаю, что это за музыка, я бы добавил ее в описание. Обязательно. Колумбия. Это CP-44. Мне надо знать о тебе все, чтобы перейти на следующий уровень. Романтических отношений? Требует совершенства во всем. В полном смысле этого слова. Поэтому мы в интим какой-то атмосфере в красной комнате. Я зайду в твою пещеру? Что? Прям секс? Да я и позже, я не готов. Ладно, все, спасибо. Это хоррор! У меня пистолет есть. Как ходить в этой игре? Уилл Смит, плиз! Кстати, что я тебе хочу сейчас сказать сразу. Когда я поворачиваюсь влево, то есть вот я повернулся влево, я жму вперед, то он идет вперед. То есть, чтобы пойти влево, то есть, чтобы мне пойти влево, вперед, мне нужно нажать влево и потом идти вперед. И потом, да, так как сложно. А, так... Кто-то подсказывает мне, что здесь есть место. Слушай, а ты как бы логичный парень. Что-то мне подсказывает, что тут есть место. Тут для VR место есть, между прочим, чувак. Как ходить в этой конченной игре? Я пройду туда, пожалуйста. Я как отсталый кот. Парень, стоять. Сосы! Бам! Стреляй! У нас драка? Чё, блядь? А, он меня ударил! Да умри! Are you mad? Да бляха-муха. Да как стрельнуть? Да мне хреначе с ноги, как выстрелить? Бляха-муха. Да, с кулака его накажу. Блин, сейчас убьют меня, между прочим. Как играть-то? Я агент Люди в черном, я умер. Что? Что это было? Мужчина, а вы отлетаете? Парень, стоять. Сейчас прицелю к тебе. Скотына. Бам, 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 бам. А ты умирать собираешься, нет? Или это он уворачивается? Битва двух отсталых дебилов. Да я ударю тебя! Да меня убьют сейчас, я уйду. Я пройду. Мужчина, я уйду. До свидания. Что? Ты не принес их разве? Кого не принес? Меня хреначат! Но! Но! А ты отлетаешь, между прочим! Бам! Ну, с прогиба. Ну, получай. Оп. Короны. Да, блин. Но! До свидания, между прочим, мужчина. А, да, но! Шо, мафиоза, не ожидал то, что я научусь боевым искусствам, да, на кухне. Сосана! Получай, парень! До свидания! До свидания! Отлетаешь! Да твой... Я мало того, то, что я должен как бы победить всех этих мафиозий... Я думаю, что тикает? Это бомба, оказывается, да? Прикинь, что? А оказывается, мы сюда пришли бомбу разминировать. Ну, все по канону, все по сюжету, между прочим. Да ты зайди в дверь, пожалуйста! Там сейчас хата взорвется! Сейчас враги сожгут родную хату, ты не понимаешь? Вот она, это бомба! Подожди. О! Бам, бам! Вот она, бомба! То есть я думал, это сигнализация охранная.
Может, это разминируем? А что с... Вот этот провод. Стоп, рот, белый. Режь. Там еще провод угадать надо, серьезно. Уилл Смит. Собачка, выбери меня, собачка. Собачка, выбери меня, собачка. Что там за похоть, разврат происходит? Что, мафия? Так, подожди! Я не понял. Еще... Я смотрю гуид. Я смотрю гуид. Я хочу хоть что-то сделать в этой игре. 10 минут. Сколько? 15 минут. 15 минут смотрю, как взрывается бомба. Почему бы нет? Один раз меня тупо избили. У него 10 FPS. У него меньше FPS, чем у меня. Я в шоке. Вот он подходит к бомбе. Тупо number one. Смотри, как он делает. Сейчас ты удивишься. Так, экипируем. Экипируй, дебилый кусок. На. It's not a racism. Don't worry about it. И смотри, что он делает. Он вот так вот подносит, и вот тут. Это прикол. Это прикол. Это веселушка. Я, блядь, застрял. Сука. Да-да-да. Бум-бум-бум. Он подошел, сделал к бомбе вот так. А-а-а, ну и ну. Это приколдос. Ну все, прохождение, погнали. Да бляха, муха, вот это драки, а! Боевочка! О, подошел! Ну все, ты сам отлетел, парень. Ты сам выбрал свое отлетание. С левой, с левой, с правой! Прокидываем! Опа! Опа! Продолка прошла! Тупо Mortal Kombat. Самый последний. Soul Calibur! Да что за беда? Я умираю сейчас. Отлети! Слава богу, куда ты вышел? Ага, чё, нет ручки, да? Шо, Уилл Смит? Тупо копия его. Психоник. 39 шагов, чтобы создать кран. Приходящие хронические болезни. Зона 52. Пришельцы. Лор их. На Амазоне. Пришельцы, вторжение, преколумбное время. Автоколумбное время. Андрюха придумал. Андрюха хорош, придумал. Лучше. Он же жил в доколумбовой эпохе. Почему нет? Твою мать, скотина. Что делать-то надо? Бомбу взорвать, может, все-таки надо. Выйдем в окошко. Цель миссии выполнил. Твою мать, они сделали такое корявое конченное управление и заставляют меня... Меня стреляют. Меня стреляют. А как прицел? Меня убивают. Там кто-то машину бы... Кто-то девятку на морозе пытается. Да я спущусь! Там девятку на морозе пытаются завести. Я могу спуститься? Я не могу спуститься. Они заставляют меня тупо сбегать с лестницы. Со своим... А, я тупо умер. Ну, понятно. Найс. Nice. Можно мне комбо ударов просто на листочке? Я не понимаю, что я делаю. Я тупо хредачу любые удары. Блок! Я научился блок делать! Не, мне все прописали в щит. Окей, джиа-бой. Ну да ладно, давай. Ну да ладно, давай. Поднимаем. Малая аптечка. Я забираю. Доставаю из мужика. Это стоямт. Ну что, погнали? Выполнил. Джиа-бой. Возврат к игре. А я сохранился, серьезно? Как стрелять-то в этой игре, а? Да че прицелиться-то от него? Почему парень, который заводит девятку, не может расстрелять того чувака? Или пришелец, который стоит, ждет, пока девятку на морозе заведут? Все, я умер. Алло.
ебаный Уилл Смит. Ускорим. Не, он просто стоит, наяривает воздух. У меня подключен геймпад, да, все работает. Ну что, пацаны, новая игра, новая жизнь, новое свершение. Короче, в жопу это говно. Пока на игра. Люди, которые спонсируют мой канал, самые прекрасные люди в мире. Хочешь попасть в список этих прекрасных людей, ссылка на данный в описании. Спасибо тебе за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, делись этим видео со своими друзьями, чтобы все видели такую прекрасную игру, еще очередную, очередняру. Спасибо за просмотр, удачи и...